Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Думаю, сейчас у меня многие спросят, где ты так долго был, почему не выходили видео. Друзья, скажу коротко, что видео не было по семейным и по техническим обстоятельствам. В общем, дома были небольшие проблемы у меня, но дела, как всем известно, нужно, друзья, решать. И поэтому мне было маленько не до походов. И тут же, друзья, свалилось все в одну кучу, что у меня сгорел компьютер. В общем, там отказала видеокарта или что, я так и не знаю. В общем, компьютер у меня ноутбук старый уже, где-то с 2010 года. Он включается и тут же выключается. Короче, происходит перезагрузка вечная. И такая же беда, друзья, у меня получилась с моим Nexus, на котором я и в лесу монтировал фильмы, и дома. В общем, с компьютера перекидывал на смартфон, а на смартфоне уже монтировал. Многие спрашивали у меня, что я пользуюсь за программой для монтажа. Программа называется KineMaster Pro, взломанная версия. Кому интересно, скачать можно будет по ссылочке в описании. Ну, друзья, сегодня я в походе. Наконец-то я с вами, друзья. Мне прям самому уже отвык маленько от съемок. За этот промежуток времени я, друзья, приобрел некоторое снаряжение. Сегодня мы его с вами посмотрим. Как вы уже видите, у меня новый, друзья, рюкзак. Сегодня я тоже про него расскажу. И не только рюкзак, у меня еще некоторая посуда. Также новый, друзья, пришлось взять взамен своему Nexus 6P от компании Huawei. Пришлось взять новый смартфон. Смартфон называется, друзья, Xiaomi Mi 9T. Вот. Некоторые кадры я буду вставлять еще с него, так как там три камеры основных, которые делают превосходные снимки. Вот, ну а сегодня, друзья, я отправился в лес ночевкой. Пока я был дома, у нас шли дожди. В общем, снег у нас уже растаивал. И сегодня за ночь навалило вот столько, друзья, снега много. Так что сегодня мне нужно построить укрытие, сготовить что-нибудь вкусненькое, как вы любите, друзья. Ну и дальше посмотрим. Так что присоединяйтесь, будет интересно, я думаю. Так, друзья, сейчас разберу рюкзак и заодно немного вам о нем расскажу, что у меня за рюкзак. Я уже, друзья, на месте. В общем, пришел на место. Рюкзак, друзья, у меня от компании... От фирмы Monorago. Это 120-й викинг. Кстати, друзья, рюкзак мне очень нравится. А нравится, друзья, знаете чем? Что он идет как 100 и плюс 20. В общем, в нем два отсека. Один отсек нижний для вещей, там, для спальника, для коврика там, для каких-то еще вещей. В общем, очень удобно. Сегодня взял с собой пенку. Буду спать, кстати, на пенке. Ну что, друзья, вот данный викинг 120 имеет две вот таких вот ручки. Ох, нагрузил я в него, конечно, от души, ребята. Имеет анатомическую лямку, лямки анатомические, спинки. В общем, здесь такая пенка, что ничего не давит мне. Ну, в общем, очень удобно, друзья. Лямки имеют нагрудное крепление такое. Оно регулируется по высоте. Также есть мощный такой пояс. Вот, все сеткой обшито.
Дымеч называется сетка. Также фастексы на сетках. Также имею, друзья, быстросъемный клапан верхний. Вот здесь у меня еще вещи. Взял с собой сегодня курточку. Друзья, вот в карманах я еще не разобрался толком, но сейчас я вам расскажу так более-менее. Здесь есть, друзья, крепление под дополнительное снаряжение. В клапане у нас раз карман. Карманы, кстати, очень большие. Здесь у меня съемочное оборудование некоторое. Повербанки. Также клапан, друзья. Карман у меня вверху. В клапане. Тут еще дополнительные вещи. Ну и здесь, друзья, у меня продукты. Я позже все распакую. Покажу. Что мне, друзья, нравится в этом рюкзаке? Здесь есть два складных кармана. Карманы очень большие. И они, кстати, на молнии. Что очень удобно. Вот. И также все фиксируется, друзья, вот такими стяжками. Боковыми. Кому интересно, что за рюкзак, друзья, ссылочку оставлю на него в описании. Ну а сейчас, друзья, я приготовлюсь к обустройству лагеря. Обустраивать буду стояночку. Нет, первым делом я сейчас сделаю горячий чай. Потому что у нас очень холодно. Поэтому надо поставить чаечек сперва. Попить горячего чая. Я использую газовую печку, пока нет костра. Как костер разожгу, так потом уже буду это, друзья, готовить лагерь себе. Ну, сильно я заморачиваться с лагерем не буду. Так, укрытие сделаю. Поднялась вода у нас, друзья, и начала замерзать озеро. Смотрите, какая красотища. Просто. Вот сейчас наберу водички. Сегодня, друзья, у меня маленько будет нестандартная съемочка. Буду использовать несколько камер. Со льдом маленько. Да, зима, погода еще портится, видать. Надует, что-то сегодня снег, скорее всего, будет. Пойдет. Холодина ужасная. Надо будет заготовить дрова. И сделать укрытие нормальное такое, чтоб не замерзнуть ночью.
Как-то, наверное, так у меня будет. Ну вот, ребят, время уже 13:16. Время в тайге летит очень быстро. Сейчас плюс еще зима, темняется рано, поэтому нужно все делать быстро. Надо как-то успевать. Вот сейчас я сделаю примитивное укрытие быстро и буду заготавливать дрова на ночь. Вот, пока так. Ничего не успеешь вообще сделать. Друзья, строю из того, что есть. Опа, у меня уже запарился чай. Сейчас попьем горяченького, а то что-то уже руки подзамерзли. Подзастыли, можно сказать. И продолжим дальше. Осталось только что заложить ее, чтобы снег не попадал. И все, и можно будет смело ночевать ночку здесь. Ой, холодно. И надо дрова готовить, потому что уже скоро вечер будет. Время летит, друзья, незаметно. Прям раз, вот только был день, сейчас раз уже и к вечеру дело идет. А у меня еще дрова не готовы.
Ну вот, наконец-то я доделал укрытие. Сейчас идем заготавливать дрова, так как у нас ночь короткая, а день... Ой, наоборот, день у нас короткий, а ночь у нас длинная. Так что дров мне понадобится много. Жечь я буду березу, так как береза она не стреляет, и от нее много жара. Вот, здесь я буду спать. Здесь я, скорее всего, настелю еще лакника. А здесь у меня будет костер, чтобы весь жар шел в мою сторону. Ну, укрытие я сделал, как я смог. И из лесного мусора. В общем, друзья, все, идем. Не буду терять время. Время сейчас 14:15. Это где-то в часов 5 уже начнут падать сумерки, а в 6 часов вечера уже будет темно. Так что, друзья, идем готовить дрова. Ну, у нас, ребят, выглянуло солнышко. Прям, как ни странно, тепло стало. Так что сейчас ищем еще одну сушинку. Суховея много, но он весь гнилой. Так что... Там вон кто-то идет. Гости идут. Еще и топор сломался. Вылетел. Надо как-то его одеть. А то я еще и дровишек не наготовил. А у меня уже невезуха пошла. Невезучая зараза. Решил ускорить процесс. В общем, сейчас топорище разбухнет в горячей воде. И думаю, что оно не должно больше спадать. Так как мне надо наготовить дровишек быстрее. Я две сушины уже принес. Нужно разжигать костер. А топор у меня сломался. Так что вот, использую вот такой метод. Распарки. Потому что в холодную воду, думаю, ложить бессмысленно. Ну а пока у меня топор запаривается, я хожу, собираю суховей. Так как дрова все равно готовить надо. Без дров никак. Поэтому хоть что-то будет. Если даже топор будет слетать, у меня будут дрова.
Надо и кушать уже пора готовить. Поэтому хоть как-то надо заготавливать. Ну, ребят, пора разводить костер. Это у меня будет первая такая экстремальная ночка в лесу. По первому снегу. Хоть и снег уже не первый, но все же первая моя ночевка будет. Так, перчатки, чтобы не сгорели. С костром все равно как-то повеселее будет, нежели без костра. Да и приятно ощущать дым костра все равно в лесу. Да и безопаснее как-то. У нас еще, кстати, медведи не улеглись в спячку. Еще ходят, бродят по лесу. Поэтому надо как-то себя подстраховать. Жалко только топор подвел. А так бы все хорошо бы было у нас, конечно. Дрова сырые. Ничего, сейчас разгорится. Вчера шел дождь, а сегодня снег и мороз. Поэтому вот. Она готова. И спасибо огромное сайту Роза Ветров за предоставленный костровой набор. Кстати, очень удобно, друзья. Не надо искать рогатулины. Просто спилили ровно палку, забили ее. И можно вот так вот потом вешать. Можно котелки вешать, сейчас маленькую сюда вобьем, вот, и никуда не денется. Кстати, очень удобная штука. Я уже, кстати, использовал, тестировал. Очень надежная вещь, если для котелка, друзья. Они мне, кстати, предоставили костровой набор сам. И котелок тоже ихний, Роза Ветров, которую я использую на газовой печке. Кстати, очень удобно вот эти штуки, их можно вешать. Вот, если расстояние до костра у вас котелок маленький, то есть второй крючок, за который можно котелок опустить уже ниже. Кстати, ссылочки я оставлю в описании тоже на вот такие очень нужные и интересные вещи. Они легкие. Ну, а теперь мы просто-напросто засовываем в кольцо одну часть. И сейчас засунем вторую часть тоже в кольцо. Вот. Вот так вот это работает. Данная приспособа. Очень интересная штука, кстати. И потом вешается либо сюда, либо на самый верх. Все зависит от расстояния от костра до котелка. Ой, дым идет, зараза. Ну, топор, друзья, вроде распарился. Так. Ну, а готовить, друзья, мы сегодня будем. Что будем готовить-то? Картошка, тушенка.
сальцо есть. Грудка куриная с яйцами есть. Ну, грудку, я думаю, на утро оставим. Сегодня мы приготовим супчик с тушеночкой. Это будет очень вкусно. Картошка, смотрите, какая желтая, друзья. Ну вот уже вечер. Уже падают сумерки. Главное, чтобы нынче такого сегодня заморозка не было большого. Да хотя у меня что, у меня есть спальник, вот я одел потеплее курточку. Картошку уже предварительно дома вымыл, чтобы не мучиться в холодной воде, не морозить руки. Заодно сальцо пожарим на палочке, пока варится у нас наш ужин. Сало мягкое-мягкое, вкусно. Ну вот, закипает водичка. Хорошо на природе. Да, лишь бы сегодня снега не было. Хотя под таким шалашом не страшен снег. Завалит сверху. Теплее, думаю, будет. Вот так его развернем. Сейчас сготовлю и начну большие дрова запихивать. Пока они схватятся, уже заодно и ночь уже будет. Мелко картошку резать не буду. На две части ее. И пойдет. Так она вкуснее будет. Оба. Оба, потом тушеночки добавим. И все отлично будет. Водичку лишнюю сольем. О, ну костерчик давай. Птичка у нас летает. Че, пора тушеночку сбрасывай. Давай. Ну, в общем, супчик готов. Можно снимать и кушать. Кстати, удобно еще ручка. Можно снять легко. И не обжечься. Ну вот и темнеется.
Что, ребята? Доброе утро. Ну, если оно доброе, конечно. Ой, хоть ночью снега не было, слава богу. Ночь прошла спокойная. Ну, просыпался сколько? Наверное, каждые 2 часа костер маленько подкидывал. Потому что ночью был заморозок. Ну, серьезный такой заморозок был. Я аж перчатки одевал. Потому что холодно было. Шапку снимать не стал, спал, короче, друзья, прям в шапке. А иначе простудиться можно. Ну, спальник ничего, я скажу, тепло. Тепло держит. Пришлось подкидывать дрова. Говорю, дрова подкидывал. Береза не горит. Подкидывал пихту, а пихта она стреляет. И вот ворочкался, чтобы не прожечь ничего спальник. Вот. Ну, сейчас буду вставать, собираться потихоньку домой. Попью чай и двинусь домой.